Ну чё там, где сиповочки? Сиповка на этой карте, меня и не победить. Шипучкой кинулся, я даю врагам прикурить. Дикие ещё эти, их только не хватало. О, это же не мне было точно сказано. О, парковыч есть, слышите? Да ты охуел, ты, сука, пёс. Надо помочь парню там, я считаю. Братишка, брат, здорово. Родной, слышишь меня? Помочь тебе или чё, брат, проблемки? Да я справлюсь. Давай помогу, не стреляй. Всё, готовы. Чё помочь тебе, там родной? Еще есть. Я всех убил, все. Я с читами, мне похуй. Где, где? Нету да, никого, больше не вижу никого. Там труп. С читами? Да, да. Зачем? Ну потому что похуй мне. Бабки есть. Так же неинтересно. Ну почему неинтересно? Да все кайф вообще, ты че, родной? Да не, нахрен надо, лучше так. Че, тебе помочь, че? Да не, нормально, я сейчас это самое до квартирки добегу, там КВ доделаю. Ну пойдем, пойдем вместе. Сейчас быстренько починишь. Ну у тебя тут проблемы, я смотрю, с ними жесткие были, да? Да не, ну их просто дохрена было. Я вообще с пистолетом сначала был. Как тебе игра вообще? Да нормально. Давно играешь? Месяца два, наверное. Разобрался за два месяца? Ну так. Ну я гайдик посмотрел, а то грозу востока. Понял, я гайды смотрю только как софт ставить. Да не, а что софт ставить? Софт ставить можно самому. Так, что, полутайтик быстренько, что там у них есть-то? Давай, давай, конечно, смотри. Там вон у вот этого с зеленым шлемом там лавкарта лежит. Там у него N3 супер, бля. 220. Здорово всем. Не, брат, у меня капа. А капу там делать, да? Квесты все надо выполнить. Ты куда? Вон еще два бота за углом слева. Там портфель нормальный, возьми. А капу за все квесты дают? Да, да. Здорово, Деснот. Прикольно. Долго морозишь? Да не, с читами быстро, две недели. Бля, да с читами неинтересно. Да прикольно. С чего ты взял, что неинтересно? Да по кайфу вообще. Да, ну, так-то он, типа, блядь, без этих, без читов, а ты с читами. Ну и пусть, похуй на них. Какой у тебя уровень? 70-х. О, нихуя. Вообще, ну, я больше 69-й предпочитаю, но перекрутил немного, родной. Понятно. Ну, пока не банят, античит говна. Ну, возможно, да. Слушай, 54-я квартира, это у нас, бля, какой подъезд-то. А это тебе что, туда надо? Конкордия, что ли? Да, да. Пойдем за мной. У тебя ключ-то есть? Да, да. Да, ты, наверное, вообще без отдышки, да? Да, да, у меня этот, у меня стамина бесконечная. Блин, братан, вот это 65-я. Тебе 64-я нужна была? Да. А, ты говоришь 54-я, ёпта. 54-я. Вот тут лута много, смотри. Вот. А, но мне не надо, не то, не то. Мне нужен какой-то хер. Ну тебе уже засчитало, по идее. Где он тут? Я снимаю нахуй. Давай, ложись. Я снимаю. Давай, со статуэточкой приляг, кадр сделаю. Сейчас, секунду. Чё тебе надо тут-то сделать? Квартиру балетмейстера надо найти, по-моему, я думал, что это так, она. Так она не тут, ты чё, пойдём? Вот она. Тебя как зовут вообще? Санёк. Санёк, откуда ты? Солнце, Москвы. Понял, красавчик. А ты откуда? А я с Калининграда. О, ничего себе, далековато. Ну не знаю, 2 часа лететь до Москвы. Ключевое слово, лететь. Ну да, да. Перевязаться есть чем, нужен бинт. Видишь как? Дикий. Видишь как быстро? Тык-тык, нахуй, и все. Так, подожди еще. Дикий. Ах ты тут! Это где? Стоп! Земля! Мы не... Что? Мари, что, вот здесь... Давай, давай утонем. Чё? Надо было утонуть его, а чё у него, может, там интересней? Не, я же вижу, чё у него за лут, там ничего нет. Вот ключ, бери. Вот, я пойдем покажу тебе квартиру. Бля, прикольно. А как что, даже подсвечивается, где квесты? Да, да. Скорый, да, чат? Вот вам и притворился читером. Чего? У тебя попал? Не-не. Куда у тебя?
Наверх, на самый, поднимайся. Да-да. Вот, открывай. Прикольно. Ха, подожди, там три ЧВК, убью сейчас их. Да, верно. Все, спаржи потушил их. Потом полутаемся, пойдешь. Пойдем. Вот квартира, ну, есть еще. Да, все, он мне зачитал. Так, все, да? Пойдем. А тебе лут не нужен, да? Ну, так. Дорогой лут не надо? А что, лут есть? Ну, тут есть вот лут дорогой, да, пойдем. Ты потише, я не успеваю. Я тут, тут. Вот, смотри, дорогой лут. Вот чайник бери, вот слева жетон вон, видишь? Вон жетон на полу. Тут не вижу, где? Видишь, ты его так не видишь, а я с читами вижу изи. Понятно. Прикольно, слушай. Не, ну вот. Это же потом все равно, если так, банят. Конечно, конечно. Вот, бери сгущенку. Кассира? Ты так. Клиент. Кого? Клиент. О, клиентскую программу, счет зашел. Ну, это мой аккаунт, да. А и так вот забанит, прикинь, бля, пятак минус. Так это пиз аккаунт, похуй. А-а. Водку бери. Бля, считает бабки уже сколько, блядь. Что, наебенись потом? Вон тетрис бери, брат, тряпки лежит. Тетрис бери. Пойдем, там еще есть много лута в одном месте. А, вот тут еще через стену вижу. Вот тут лежит на столе, пойдем. Пойдем, это лучше чувака. Лутуем. А там бомжи, братан. Во, видишь, дорогой лут, бери. В этом всё, нет ничего? Вот мультитул бери вон, спецслот. Тоже бабок стоит. Там нету, ничего не видишь? Не-не, больше тут ничего нет. Вот он мем вообще просто. Вообще мелко, у меня мелкому 8 лет, я ему вообще поставил тарков. Но он вообще очкует, блядь. Ты чё, каких 8 лет? Это вообще 18+ игра. Ну он да, он это самое, в контру, конечно, рубится там, но это для него посерьезнее. Не, ну ты нормально, и сына решил мужчину сразу сделать, блядь, в игре. Ну а как? Молодец. Вот там вижу лут есть, вот в этом доме. Да ху... Прям, пойдем. У меня тут... Пойдем лучше по оружию, чувака же не хватит вот в паре. Нету? А ЧВК нету, братан. Да там бомжи, там три бомжа голых. А-а-а. Вот тут, подожди. Во, лут, видишь? Бери. Где? Вот, кошка, вот. Вот-вот лежит кошка. Правей, правей. Запихнуть некуда. Пиздец, что там дерьма набрал. Слушай, а осколочно фугасов не знаешь, где снарядов нету, тебя там недели показывает. Так, сейчас я посмотрю, подожди. ОФЗ тебе надо? Да. Ой, не-не, брат, ОФЗ нигде нет, слышишь? Тихо, сейчас люди к нам зайдут. Какой планы? Пойдем, а полутаемся. А они вон на Лексусе, сейчас прибегут челоботы. Вот смотри, видал, вот ты знал, что тут лут вообще есть? Смотри, чемодан вовнутрь прям залезть. Видишь? Где он, я не вижу. Да вот прям в центре чемодана. Лежит. Во, видал? Вообще не видно. А что это такое вообще? Ну вот, с читами видно. Нет, я понял. Не, а что это я забрал-то? Я даже вообще не вижу. Приц. С морфием, что ли? Это не вижу, чем он... А, да, морфи. А видеокар нет нигде? Не, нету, брат, точно. Вот, бери, вот сахар тут, сгущенку. А у меня уже некуда, надо там что-то, конечно, выкидывать половину. А что ты там рюкзак не взял? А ну покажи, что ты там налутал. У меня ваза, это... кот, чайник, тетрис, жетон, морфи. Во. Вот это ебать. А где у тебя выходы? Двор-колодец, такси на Приморском, река на коллекторе, разрушенный дом, улица Климова. А на Климова у меня нет этой штуки, блядь. Что нам ближе всего получается идти? Разрушенный... Нет. Наверное, разрушенный дом. Правильно, река в коллекторе. Да? Пойдем. Стоять! Это мне этот пиздец как не нравится, но выхода у нас нет. Что, еще не есть квесты? Здесь нет, по-моему. Сейчас, подожди, скажу. Любитель балета, опасная дорога. Ну, опасная сейчас, дорога, да. Там что, надо снайперов? А, на такси, нет, на такси на Приморской выйти. А бабки есть? Да, да, есть. Пойдем посмотрим, вдруг есть такси. Вдруг ты лакирок. Вроде это самое, не это. Ну, я вижу, вон стоит она, братан. Да? Сейчас, подожди. Ну, вроде стоит. Хуя, пойдем. Хуя, блядь, красава. Пробегай быстро. Пойдем, подожди. Отдышится. Что ты там? Прикинь. Ебаный в рот. Толстая жопа. А лутом был. Давай, сдавай, Санек, ты сможешь, Санечка. Да, сейчас. Я снимаю нахуй, давай.
Так. Опа, хорош. Пойдем, пойдем, работаем. Отдышись. Да, он что-то задышал. Нормально ты сыну игру купил, сам катаешь, подсел, да? Ну да. Убил. Да, он. Что у тебя, еда есть? Нормально? А то я вижу, да, у тебя что-то еды мало. Не, нормально. 65-82. Да не, конечно, скажу. Что, проходи, проходи. Бот работает, снайпер. Ой, бля, чуть не убил. Бля, прикиньте, если тачка есть, интересно. Да, блядь. Ой, я же говорил, стоит, братан. Сейчас два квеста сразу сделаешь. Ладно, это, Санёк. Давай в команде по этому программу, ему ещё интересно вставать. Блядь, надо ему говорить, он ник запарится. Как ник сам у тебя. Пойдем отойдем, чтоб не тарахтела тачка. Короче, Санек, смотри, ты попал в программу, притворился читером. Вот, я вообще не читер на самом деле. Читаков осуждаю, и они хуйосы все. Правильно, что ты. Правильно, что ты без читов играешь, красавчик. Братан, я стример, Маза ФКСТ, и на YouTube видосы делаю. Может, видел, я не знаю. Красава. Да, ну может быть и видел. Вот, блин, так что если... Если ты без читов играешь так, ты, конечно, пиздец. Ну, там на YouTube канале найдешь меня, на Твиче сейчас прямая трансляция идет. Как это самое гляну? Маза 4 КСТ. Тут меня чат забайтил, чтоб я тебе сказал. А я не хотел на самом деле. А то реально подумаешь, что читы имба в этой игре. Братан, в смысле мало. Маза 4 СТ, правильно? Маза 4 КСТ, да. Я сейчас гляну, блядь. От души, брату. Давай, залетай. Давай, родной. Братиш. Давай, спасибо. Вместе. Поехали вместе. Передавай бабки первые. Ты реально без читов так шпаришь? Конечно, братан. Вот, возьми бабки. Да это я еще не шпарю, я еще ничего не сделал. На ютубе ролики посмотришь, там вот может быть охуеть. Тихо. Так ты вообще, конечно, блядь. К нам чел идет. Готов, вафел. Бля, ну это ты, конечно, вообще. Давай по сравнению с тобой. Сыну привет, братан, передавай. Отдушу. Гроза по сравнению с тобой. А кто это вообще, нахуй, сны? Кто? Гроза это кто, блядь? Ну, без негатива, с уважением. Это вообще, я вообще не знаю, блядь, кто это. Классный Санёчек парень, да? Говорит сыну, говорит, взял сам сидит. Не, ну вот это, блядь, он правильно, прикинь, 8 лет пацану, он уже, блядь, приучает его. У пацана будет к возрасту взрослому стрессоустойчивость плюс миллион. Не, он молодец, типа, красава, сразу говорит, да нет, читы, блядь, типа, то все. А потом говорит, бля, гоу вместе играть. Понравилось ему, блядь, как у Христа за пазухой бегает. Да не, Костян, тут не в этом дело, тут просто, ну, тут просто людям интересно, понял, сам процесс, посмотреть со стороны, типа, на читака, как он себя ведет, то все, понял, такая тема. Вацушечки, извините, что я вас прерываю от просмотра этого прекрасного видео, но у меня важные новости для тех, кто любит подогреть интерес к любимым матчам футбола, хоккея, тенниса, баскетбола, либо киберспорта. Переходи по моей ссылке, которую я оставлю в описании под видео, регистрируйся, верифицируй учетную запись и лутай фрибет у наших друзей из Пари 1000 рублей. Компания нас поддерживает, полностью легально, и вместе мы сможем получить от спорта еще больше удовольствия. Желаю вам удачи. Спасибо, что посмотрели рекламу. Так, ну чё, может еще найдем такого типа? Я сразу услышал, пистолет стреляет, думаю, все, надо лететь. Мама-мама-мама-мама-мама-мазони хуис. Травки, я с тобой специально не здороваюсь, чтобы на донат забайтить, родной. Извини. Может, не будем стреляться, если закончится. Да, братан, нихуя. Себе ебать, а ты у меня что-то через экран не отобразился, прикинь? В смысле? Ты с читами играешь, что ли? Почему я тебя видел, ты через вон зашел? А я с читами просто играю, я тебя через стену понял, не увидел почему-то. Я себя, а не... Тебя пока с читами играет? Это твой друг вот сзади идет? Не-не, я один. Иди ко мне быстрее забегай. Забегай, сейчас убьет тебя. Да не бойся. Братан, я читер, иди нахуй отсюда, блядь. Я тебя выебал, слышь? Другалек, вот тут прям стоит, понял, бро? Вот тут стоит. Вот тут. Слышь меня, алло? Короче, я выхожу, ебать у тебя. Блядь, ну бас, сука, говорил, нахуй, иди нахуй.
Отсюда. Бля, ты что, реально с читами, что ли? Лутай его, братан. Все? Так я ему сразу сказал, нахуй он был. Пойдем помогу тебе, что за квестом? Ой, да, у меня очень много. Ну пойдем, пойдем. Бля, мне кажется, это тип актерит, слышь? Он меня за стримснайпил. Должник называется. Должник, городская медицина. Ну я не знаю, не шарю. Ты говори, куда идти, я буду помогать. Должник, что там надо сделать? Не-не, спаржа, магазин. Мне просто, я сюда второй раз только пришел, поэтому я локацию почти не знаю. Ну напиши, что сделать надо хотя бы. Ой, не напиши, а скажи, что в задании. Просто прийти в спаржу. Просто прийти в спаржу, а в какую спаржу там должно быть? Стрим 2, короче, квест. А, понял, пойдем. А еще что есть? Городская медицина. Подожди, я жетон не забрал. А, стой, я его уже успел скидить, давай. Скидывай. А то нахуй зарепортишь меня, потом еще забанят, блядь. И давно ты с читами играешь, ну это же пи***ц, позор. В смысле? Ну неинтересно же так, ну. Так я ж добро делаю, видишь, помогаю тебе. Ну вот, типа, убил, не по кайфу. Ну я его убил, честно. Я без аима же, братан. Но я настроил, единственное, если ты мне на голову нацелишься, ты сразу умрешь, понял? Так что даже не думай. Аккуратно, не целься в голову, потому что сразу прилетит. Не целься. Пойдем. О, там типы, пойдем убью всех. Тут стой. Главное не обосраться. Сейчас скажем, всех убили, подожди. Всех убил. Братан, живой? Живой. Заходи, я уебал всех, пойдем. Сколько их было? Сколько есть, все наши, родной. А чё ты лутаешь? А зачем ты лут трогаешь? Это же позор, Фаршма, это же завафлённый лут получается, правильно? Ну, по сути, ты прав. Ну вот, надо принципам своим как бы это. А я полутаюсь, подожди. Надо как бы сказал, а как говорится, до конца на мужчину надо за слова отвечать, правильно? Ну а с другой стороны, чем добру пропадать. Ладно, так, ладно. Вот фаршпаченый лут мой будет. Сейчас полутаю, пойдем. Посмотри пока, что за квесты у тебя еще. На почту надо сходить, вам посылка называется. Ага, Стрим часть 2 и должник. Пойдем. А должник, что надо сделать, я не помню. Сейчас. Это, короче, в Пайнвуде 206-я комната. Пайнвуд 206. А, все, понял. А у тебя ключ есть? Да. Все, погнали. Ну а что, если он говорит, что позор с читами играть, пусть на... идет, правильно? Все должно быть честно. Сказал А, как говорится. Лови Б. Вот сюда заходи. Ага, и четко. Так, теперь давай в это. Давай. Че там Пайнвуд? Еще что было? Я забыл уже. Вам посылка, на почту надо сгонять. А, точно. Вот тут бегает, но это дикий, блядь, тут ходит. У меня тут раз, два, три диких бегает. Не будешь их убивать? Да, мне нет квестов, но ни к чему не могу покатились. Не бойся, это за текстурой стоит, братан. Это вон в тебя в спину стрелял. Бот. Вон он стоит возле 40. У забора прям слева. Не попал ты, не убил. Налево убегает. Все, убил его, понял. Меняю магазин! Вот здесь у тебя письмо, братан. Тут где-то смотри, либо вот тут в ящике будет, либо тут. Все, есть. Ну и все, go Pinewood теперь. Да. Пойдем, лут дорогой полутаешь тут, если оставили, конечно. Ну это, короче, ключ отмеченного завода, понял? Че? Ключ отмеченного завода есть. О-о-о. Сходим? Нет? Ну если хочешь, сходим. Я еще не ходил туда. Ну вообще ни одну метинку не открывал. Не, это короче чел, этот чел тоже не знает меня 100%. Так охуенно играть нельзя. Ч
Еще, короче, городская медицина. Блин, это вообще... Ну, пойдем, ты же хотел все равно в эту идти. Меченко, это близко, рядом, в смысле, друг с другом. А ну, сейчас подожди, бро, 5 сек, поохраняй меня. Так, что там, пойдем сначала откроешь Меченку свою. Мама звала, давай. Прости, пожалуйста. Мама, знаешь, ты с читами играешь? Да, мне кажется, ей по... Не? Гондона родила, что теперь поделаешь? А ты вообще как думаешь, вообще с читами это хуево, да, играть? Ну, а смысл от игры? Ты же кайф от этого какой-нибудь себе получаешь. А ты давно в Таргов играешь? Ну, может, часов 200. А с какой игры пришел? А? Я вообще с доты пришел. Ну ты нормально человеком здесь станешь после доты. Но если бы ты войп мне не ответил, я бы тебя убил сразу. Если бы что? Если бы ты не ответил в микрофон. Да тут вообще почему-то мало людей разговаривает. Ну убивай, кто не разговаривает, научатся быстро говорить. Я вот каждый рейд по 15 ЧВК учу разговаривать в микрофон, понял? Кто не разговаривает, сразу в схрон отлетает. Ну да, конечно. Так, городская медицина, да, у тебя еще? Лабораторию, да, надо найти? Да. Потом можно уже выходить на такси. Так ее нету, бро. Она не стоит же, ее нет. А ты это как узнал? Ну я вижу же, ты угораешь, что ли? А, понял. Хочешь, иди проверь, я тут тебя подожду. Да я верю. Ты же с читами. Иди заходи вот туда. Че, этому тоже говорить, кто я на самом деле? Или нет? Стоять, суки, я читер, выебу всех. Что, убил всех, ты живой? Я живой. Это челоботы были, пятерых разъебал, прикинь там. Ой, блядь! Не надо, не пикай. Я хорош, убью. Вон еще один. Зарубил масленка. Лутай их, у них лап-карты есть. А это ж позорный лут, я его брать не буду, ты чё? Принципом своим. А, точно, да, красавчик. Сидит, блядь, смотрит. Убил? Да, вон там на крыше сидел, пиздец. Хорош. Ну, я, наверное, пошуршал в реку, слышишь? Да, я тебя проведу, в подземку надо идти. Сейчас я быстро лутану. Давай. Всё, пойдем. Пойдем. Ну, он меня точно не знает, раз у него 200 часов в Таркове. 4 квеста тебе сделали, да? Да, кайфом. Карту скину тебе в личку. Короче, тебя как зовут, братан? Меня Серега зовут. Серега, откуда ты? Я с Геленджика. О, понял. Короче, братишка, смотри, Серега, это был пранк. Пранк какашки! Притворился читером. Я на самом деле не читак вообще, в общем. Ну, а как ты их там разъебал чисто ноль? Ну, я стример Мазов ОКСТ, может, слышал такой? На Ютубе есть ролики лютые, там разъеблабы, там улицы. Короче, на Твиче зайдешь, Escape from Tarkov, я там первый сразу буду, увидишь. Маза 4 КСТ. Ты просто жесткий игрок, да, получается? Ну, я не знаю, не мне судить, братан. Получается, ну, так, наверное. Я слышу, что ты хотя бы не читер, это уже приятно, то, что... Да читеры хуйтосы, братан, ты чё? Они портят вообще кайф этой игры. Зайду, подпишусь. Давай, залетай. Ютуб обязательно посмотри. Ты вообще Тарков другими глазами увидишь. Всё, вот тут у тебя выход. Вон, в углу. Давай, удачи. Давай, спасибо тебе.